Ладно, давайте начинать веселье. Леди и душегубы, извиняюсь за то, что помешал вашим обычным развлечениям. До этого момента я собирался всех разгромить, а потом, вы же знаете, как я люблю покорять аудиторию. Я просто даю тебе размяться, Бэт. Он только что из исправительной тюрьмы Блэкгейт. Общий срок заключения 752 года. Динь-дон! Второй раунд! Мне пора. Надо еще кое-куда зайти. Кое-кому порезать. Я что-нибудь придумаю. Гордон, попробуй связаться со старшим надзирателем и расскажи ему все. Я еще вернусь. Не давай пустых обещаний, Бэтс. Я контролирую лечебницу. Ты никуда не пойдешь, если я этого не захочу. Понятно? Если ты надеешься удрать... Да-да-да-да-да-да-да! Опять геройский трех! Как же мне с тобой скучно. Почему бы тебе просто не взять и не найти меня? Это ловушка, ты же знаешь. Конечно. Охранников не было ни шанса. Внимание! Нарушение режима безопасности на уровне 2. Внимание! Нарушение режима безопасности на уровне B2. Внимание! Нарушение режима безопасности на уровне B8. Внимание! Нарушение режима безопасности на уровне B1. Внимание! Нарушение режима безопасности на уровне B6. Внимание! Внимание! Нарушение режима безопасности на уровне B3. Эй, Бэтмен! Там! Внимание! Нарушение режима безопасности на уровне B2. Что произошло? Нужна помощь, быть. Где они? Там! Помощь нужна? Нет, я работаю в одиночку. Сас на свободе! О боже, он добрался до Майка! Фрэнклин, ты меня слышишь? Сообщаю, помощь уже в пути! Thank you.
Оракул, как меня слышно? Громко и четко. В чем дело? Джокер сбежал из-под стражи. Он распоряжается Аркхемом. Тебе что-нибудь нужно? Отец еще там? Комиссар Гордон в безопасности. На очереди Джокер. Я буду на связи. Выдержать мой вес, если я зацеплюсь за них. Поросеночек поджарится. Зверя обратно в клетку! Меня слышно? Эта штука работает? Хайди, мэн! Бэтмен, как слышно? Прием! Оракул, я на месте. Лечебница Аркхем пропала из сети. Он контролирует систему безопасности. Наверняка это он отключил лечебницу от... Историю пока замалчивают, но утечка может случиться в любой момент. Это блеф. Он отвлекает внимание, чтобы люди держались подальше от острова. Откуда ты знаешь? Я знаю его. Тут заперто. Не могу открыть решетку. Мы в ловушке. Попробуй связаться с центром. Они могут закрыть ворота. Харли считает, что мне не выбраться. Никогда умом не блистало. Бэтмен, я подключаю тебя к радиоканалу охраны. Стив, зайди из Блэкгейта! У бойлера! Кто это за ними? Господи боже, это Джокер. Он на свободе. Как он выбрался? Извини, канал недоступен. Со связью творится что-то странное. Это нехорошо. Буду пытаться дальше. Они в ловушке! Внимание!
Что это такое? Токсин Джокера. Комната заполнена ядовитым газом. Если кто-то попадет туда, он покойник. Бэтмен, ты поможешь ли? О, Господи! О, Господи! Это не просто попытка побега. Джокер все спланировал. Помогите! Все будет в порядке. Оставайся здесь. Бэтмен здесь! Стив, потерпи еще чуть-чуть! Не могу. Я упаду! Я иду за зверем, который это сотворил. Бэтмен, система вентиляции! Стив пытался добраться до пульта управления в том конце комнаты! Неужели он бросил меня здесь? Вот сукин! Управление вентиляцией. Точно наведенный батаранг должен включить ее. Внимание! Очистка воздуха завершена.
остальные не появились. Эшмен! Я здесь! Они появились. Что-то не так. Цепь передачи сигналов тревоги заблокирована. Небольшие трудности. Джокер. Транспортная система не отвечает. Я могу лишь открыть дверь, через которую ты вошел. Извини. Нужно вернуться к камерам. Боулс был глуповат. Наверняка оставил след. Джокер сбежал. Он заперся, и у него твой отец. Папа! Не волнуйся, я его верну. Да? Я знаю, но... Оракул, я его верну. Джокеру не взять верх. Я не позволю. Начну с места, где его схватили. Охранник по имени Фрэнк Боулс напал на него. Если я найду Фрэнка, найду и твоего отца. Брюс, поторопись, пожалуйста. Ты ломаешь голову, как я это провернул? Эй, что ты упустил? Мы с Фрэнки давно знакомы. Пару лет назад я вытащил его из пикантной ситуации. Так что, когда тебе нужно достать код и доступ, ты как пикает, я знаю, кого попросить. Я забыл! Оракул, я у камер. Изучаю место преступления. И каков план? Найти здесь что-нибудь, связанное с Боулсом? Точно. Боулс уронил свою фляжку. Пьянчуга. Интересно, что скажет сканер? Можно идти по запаху спирта. Его оставил бурбон Фрэнка. Оракул, я взял след. Отлично. Иди по следу. Я собираю материалы по Аркхему, любую информацию. Позже может пригодиться. След слабеет. Я выбрал неверный путь. Гордона утащили наверх в лифте. Если я собираюсь идти за ним, придется это сделать по старинке.
Давайте мимо охраны! Давай! Эй, Брэд! Где тебя носило? Джокер послал еще один! Они встречают за главным входом! Нельзя, чтобы вошли! Сорейте туда! Проклятие! Шевелите все! Прикройте главный вход! Окей, там Болт! Подожди! Откуда ты знаешь, что? Болт! Брэд, ты что делаешь? Нет! Опусти пушку! Брэд? Квин, все чисто! Очисти на свою задницу! Ну ты и здесь, Фрэнки! Наверное, тебя можно влюбиться! Том Харди, хватит заигрывать с обслугой! С минуты на минуту здесь будет много новых охранников! Не дай ему идти! Нет, но я уже близко. Харли Квинн пыталась задержать меня, сбросила на меня лифт. У нее получилось? Ха, нет, конечно. Я свяжусь с тобой, когда дойду до конца следа. Пожалуйста. Я ребенок. Я не должен. Мне просто этого хочется. Так, босс велел никого не пропускать. Если кто шевельнется, стреляйте. Понял. Вот только сюда. Сразу сдохну. Оракул, люди Джокера захватили проход к тюремному блоку. Дело плохо.
Я перехватываю радиообмен охраны. Кажется, банда Джокера заполучила оружие. Знаю. Я настроен на режим, чтобы идти в открытую самоубийство. Нужно подумать. Найти другой путь. Чего это колышет? Пусть только сунется сюда, я ему башку отстрелю. Тёща, он уже покойный. Это было легко, босс. Парни уже заканчивают. У архимских придурков не было шансов. Отлично! Наш милый грызун тащит сюда! Глянь, как он остался! Чьи это остренькие лапы, как я! Я надеюсь предупредить мальчиков, что ты уже в пути. А может, надо? К чему портить такой сюрприз? Новостями из психушки. Внимание! У нас бежал больной. Одет в костюмчик летучей мыши. Вот идиот. Его статус нарядный и опасный. Хотя лично я думаю, что лучше избавить его от мучений. Вот единственное надежное лечение. Я его навеки остановлю! Он может быть... Куда он делся? Вы видели что-нибудь? Уже Джокер догадался, как я бы...
Внимание, Бэтмен! Знаю, слышишь? Да, это я! Эдвард Нигма! Риддлер! И что самое важное, я тот, кто умнее тебя. Взломать ваши примитивные коммуникации не проблема для моего гения. Моя цель проста. Ты пройдешь ряд снова тяжелых испытаний и... впрочем, ты сам все увидишь. Готов к первому испытанию? Отлично. Но будь осторожен. Не порежься об этот обшарпанный портрет. Итак, тебе это удалось. Отлично. Хотя тут и ребенок справился бы, не то что всемирно известный детектив. Я здесь, Бэтмен!